Фэн и Куан Ци – противоположные силы. Инь и Ян. Но они не противостоят друг другу. Они две половинки целого. Они действуют в гармонии через все свои рождения, жизни, смерти, возрождения, стремясь к одной цели. Стремясь снова стать Паньгу, первым человеком. И с помощью своей силы они преобразуют мир по своему подобию. И теперь, когда Дао нарушен, у них появился шанс. И как это будет? Они овладеют чи того, кто разделил их. Ассасина Ву. Вы не переживаете, что мы проиграем? Нет, потому что если это случится, Паньгу переделает мир. И мы станем просто забытыми с нами бабочки. Как безмятежно. Это как раз то, что у ассасина Ву никогда не будет. У него, похоже, есть друзья, которых он отстраняет. Потому что я должен их защитить. Ты уже одного потерял. И теперь ты из кожи лезешь, чтобы избежать новой боли. У меня ничего больше нет. Но Паньгу хочет управлять всем. Чего ты хочешь, ассасин Ву? Помешать ему. Помешать ему? У нас есть план. Там стоит джип. Там есть дорога, которая выходит на шоссе. А оттуда можно ехать куда угодно. Ты пришел ко мне не тренироваться и не думать. Ты пришел, чтобы удрать. Когда все лягут спать.